Итак, всем привет, с вами Фиксир. И мы продолжаем выживать в Горизон Сити во время зомби-апокалипсиса и прочих апокалиптических вещей. Да, здесь сразу слышно, скелеты горят. Конечно, не успел я зайти, тут уже куча монстров наспаунилась и прочее. Да, довольно давно я не играл здесь, вообще все забыл абсолютно, что здесь было, чего здесь не было. Да и, собственно, в последней серии, я помню, я собирался заняться садоводством, выращивать, начать пшеницу хотел, чтобы хлеб был, нормальная еда, в конце концов. Вот какое-то количество хлеба у меня есть, которое я нашел в сундуках. Сейчас я поем немного. И займусь, наверное, все-таки созданием фермы пшеницы. Потому как у меня есть 20 зерен пшеницы. И я собирался сделать их, точнее, где-то вот здесь вот. Если расширить немного здесь пространство, можно вполне себе сделать солидную ферму пшеницы. Собственно, что я и собираюсь сделать. Да, кирка сломалась сразу же. Но не важно, у меня их куча. Как я посмотрел в сундуках, у меня куча коблстоуна просто. Вообще нереальное количество. Прошу прощения, если я немного заговариваюсь. После праздника, да, немного есть. Осталось что-то, не знаю. Хотя я человек не пьющий, в принципе, да. Как-то так. Ну, собственно, это не важно. Думаю, всем пофиг. Все хотят смотреть LP, летсплей, который я сейчас делаю. И, в общем, собственно, это стандартно. Чем люди занимаются в Майнкрафте, это Майн. Собственно, игра так и называется. Половина названия состоит из шахтерского ремесла, как бы, да, майнить. Означает добывать в шахте, да, некие ресурсы. Собственно, этим я сейчас занимаюсь. Но, наверное, все-таки это не шахта. Да здесь особо нет смысла копать шахту. Я просмотрел карту, да, считерил немного. Просмотрел карту в этом MC Edit. Просканировал все блоки тут, которые есть. И под этим городом нет руд вообще никаких. То есть эта карта абсолютно хардкорная. Здесь невозможно ни алмазы не найти, ни железа, ни прочих руд нету. В общем, их вообще. Собственно, да. Сейчас мне нужно ведро взять, чтобы можно было сделать водичку налить. Там иначе пшеница расти не будет. Так, я смотрю, у меня нету ведер, но зато есть железо какое-то количество. Здесь почему-то один слиток Forever Alone лежит, не знаю почему. Так, сделаю пару ведер, чтобы сделать бесконечный источник. А собственно, чё я так туплю? Слушайте, я помню, у меня было ведро. Одно время я ходил с ведром, ведро воды, чтобы спускаться с высоких зданий. То есть где-то в сундуках оно может быть еще, это ведро или нет. Странно. Неужто я его потерял все-таки где-то? Вроде пытался все собирать, чтобы... Ну не знаю, по крайней мере я сейчас не вижу, там может мне потом кто-то скажет, что я слепой и прочие нехорошие вещи. Ну вот я вот не вижу, просто не вижу своих ведер, которые у меня когда-то были. Да, вот это я все посматриваю на вулы разноцветные. Так, это на зарак, это не вул. Все, вул. Вот он, вул. Меня давно просили сделать кровать, в конце концов. Собственно, я ее сделаю, почему бы нет. Why not, как говорится. Кровать сделать, это у нас запросто. Эти 3D вещи. Клево, конечно, клево.
Напоминаю, версия обновленная. Я постоянно обновляю версию. 1.4.6 у меня сейчас уже стоит. Поэтому как бы есть новые фичи. Возможно, это как-то и читерно, потому как карта довольно старая и далеко не все фичи были в ранних версиях Майнкрафта. Ну, собственно, в правилах... Правил здесь нет, этой карты, поэтому можно вполне себе сделать. И вот тут, вы видите, я сейчас схожу кругами, пытаюсь выбрать место для своей собственной комнаты. Да, я построю себе комнату, почему нет? Собственно, это интересно. Так, может здесь, кстати, нужно проверить обязательно режим сложности, потому как у меня уже были с ним затупы. Может, здесь небольшую комнатку сделаю, знаете, такая палатка интересная получается. В общем, достаточно забавно. Вещи пытаются стакаться, которые падают. И это выглядит смешно достаточно так. По-моему, я слишком много говорю достаточно. Вам так не кажется? Вполне возможно. Вполне возможно и такой вариант. Как-нибудь надо красивенько сделать эту комнатку, чтобы поставить кровать, прочие полезные вещи здесь. Это будет моя комната здесь. Нужно дверь поставить обязательно. Так, главный атрибут любого дома, любой комнаты, это, конечно же, верстак. Как это ни странно. Собственно, вся игра на этом и построена, на том, чтобы крафтить вещи различные. Создавать нечто новое, интересное и необычное. Так, доски так вместе поставлю. Как-нибудь надо красиво поставить эту дверь. Я слышу зомби где-то здесь неподалеку. Урчит. Как всегда, вечно голодные зомби. Как-нибудь вот так вот, не знаю. Мне тут это кресло не нравится здесь. Поэтому я его уберу. Так вот. И как-нибудь сделаю еще красивее. Не знаю, вот так, так, так. Как-нибудь. Чтобы было красиво, не знаю. Да, странное, возможно, у меня понятие красоты. Но это, собственно, не важно. Как-нибудь тут надо... красивее спуск сделать. Что так вот ставить блоки. Такой козырек сделать здесь. Будет прикольно смотреться, как мне кажется. Как-нибудь вот так вот. Табличку я оставлю. Сомтеч. Только маг. Не, мне не нравится эта надпись. Я лучше уберу все-таки. Так, какой-нибудь козырек, так непривычно, нечто такое, знаете, космическое выходит у нас в итоге. Как-нибудь вот так. Нет, это, пожалуй, было уже лишнее. Здесь я лучше оставлю, как было. Может... Да, вот так и будет, в общем. Где-нибудь здесь нужно поставить кровать мне. Здесь все какое-то симметричное. Так, кирка очередная сломалась у меня. Вот так вот здесь будет. Вот так вот. Да. Так как-нибудь. Факел я переставлю сюда. Или нет, может быть. Может быть лучше поставить факела в какой-нибудь дальний угол. Ну как здесь должно быть темно, чтобы мне было удобнее спать. Здесь я сделаю... Факела из редстоуна поставлю. Не хоть и освещает, но таким тусклым светом, как раз чтобы спать было приятнее. Чтобы свет не мешал спать. Вот так как-нибудь. Создаем уют в этом городе. Ну, точнее, в доме. Дом у меня здесь есть. Отличный, прекрасный домик. Как-нибудь сундук хочу спрятать. Покрасивее. Сделать, не знаю, в пол оборудовать сундук. Собственно, да, это отличная идея. Здесь будет как
как-нибудь сундучок стоять. Даже не один, сейчас я пойду. Да. Новая версия. Можно нажимать двери только правой кнопкой. Для меня это непривычно, потому как я играю с 1.8 беты. И там уже была возможность открывать левой кнопкой мыши. То есть изначально сделали так, что только правой кнопкой мыши открываются вот эти двери деревянные. Можно было раньше через них стрелять вполне себе спокойно. Потом сделали фичу, что левой кнопкой открывается в 1.8. Теперь вот вернули к истокам. Так, вот откуда ты взялся, скотина, а? Вечно берутся и не пойми откуда вообще. Зомбаки, ну наглые, ну просто нет слов. Насколько они наглые, эти зеленые морды. Так, вот моя комната. Дверь открыта. Заходи, кто хочет. Забирай, что хочешь. Так, еще один сундучок тут. Там спальные принадлежности у меня будут лежать. Какой-нибудь такой козырек я здесь сделаю. Чтобы было прикольно. Да, вот все прикольно смотрится, по-моему. Да, собственно, можно еще сундуков наделать, но только вот дерево у меня маловато, надо будет опять собирать дерево. Точно так же, как и факелов у меня мало. У меня всего что-то мало уже стало. Нужно как-то собраться с вещами. Понабирать всякого разного. Всяких разных полезностей. Так, здесь дерево у меня есть. Здесь где-нибудь еще дерево есть. Ой, да сколько у меня сундуков. Зачем же я их делал? Глупо. Это было, конечно, да. Фейл. Небольшой такой железо. Я тоже спрячу. Ву. Тоже не нужен. Сколько у меня стаков стрел, ужас. Лук даже есть. Я им не пользуюсь практически. Ближний бой. Ближний бой forever, да. Close range. Да, чтоб тебя... Откуда вы беретесь, бесконечные зомбаки? Ну, ё-моё. Ай. Какие-то бракованы факела я там расставил или чё, они не светят. Или я просто дурак. Возможно, второе, да. Скорее всего. Ну, как я, помнится, мне быстро очень там пытался что-то делать. Освещать всю эту хрень. И в итоге получилось качество освещения хреновое. Вот так вот будут сундучки стоять. Прикольно. Мне нравится. Не знаю, кому как. Как по мне, так прикольно смотрится это все дело. Да, вот так вот. И факела. Факела нет. Нет, у меня один факел здесь все больше. Что за... Что за хрень? Это не круто, ребята, слушайте. Я же помню, вроде... Блин, я помню строчку в патчнотах, там где делали этот... возможность ставить факела на полублоки. В чем прикол? Почему нет этой возможности? Я помню, уже не раз, по-моему, пытались эту функцию добавить, делали ее и прочее. И почему-то в итоге нету этой функции. Не знаю. Что за хрень? Это вообще я не понимаю. Не знаю, может, меня переглючило просто, и мне казалось, что я читал такую строчку, помнилось почему-то. Но на самом деле, оказывается, нет. Нет такой функции в Майнкрафте до сих пор. Факела по-прежнему нельзя ставить на полублоки. Это печально. И мне это не нравится. Так, посмотрел я, что у меня нету дерева. И решил, что мне нужно собрать дерево. Потому как мне нужны факела, чтобы доделать свою комнату. Не знаю, почему я занялся своей комнатой. Я отвлекаюсь, как всегда. Помнится, я сказал вначале, что я хочу сделать ферму. Ферму пшеницы, да. Сделал ведра, они у меня лежат в инвентаре. И я, как обычно, отвлекся и сейчас делаю свою комнату. Ну ладно, в принципе, стандартно. Я думаю, для вас это не является неожиданностью, потому как я все время так играю. Собственно, это для меня стандартный Майнкрафт. Так,
там выпадали саплинги. Сейчас еще где-то один там. Вот. Еще один. Я их просто буду ставить, не хочу сейчас особо заморачиваться с костной мукой. Они все равно вырастут к тому времени, как я приду еще раз сюда. Так, закрыть, закрыть, чтобы не было зомбаков и прочих тварей. Ну, зомбак там все равно есть. Вот откуда, откуда он там взялся, а? Что за... Блин, что за бред? Фига он там делает? Этот зомбак. Там же все подсвечено уже. Хрен знает сколько лет. И все равно он там заспаунился. Ну что, не с крыши падает, что я знаю. Блин, что до сих пор не починили этот сраный баг с проваливанием мобов под эти в текстурки. Это еще была версия 1.3. Там был этот баг, и до сих пор не сделали. Господи, чем они только занимаются в этом маджанке, я вообще не понимаю. Как-то багов куча, просто куча багов, и никто их ими не занимается особо. В общем, как-то печально это все дело выглядит. Так, где он тут? Кирилл, который я собрал 15 блоков. Мне нужно примерно 8-7 где-то штук. Ну то, чтобы это все переплавить, потому как 1,5 единицы чего-либо переплавляет одна доска. Вот. Даже такие вещи я знаю и помню. Про запас еще лишнюю доску положил. Или стоп, или я неправильно посчитал. 1,5, то есть 3 из каждой. Из каждых двух досок. То есть 5 досок нужно. На 15. Каждая вторая до... Блин, да ё-моё, я считать не умею. Ладно. Не буду даже пытаться считать. Так, зачем я сюда пошел? Я пошел за водой. Вот. Два ведра у меня есть, они теперь стакаются. Шикарно, просто вообще отличная функция. Что ведра теперь стакаются. Вода, вода, вода. Ближайшая вода где? Чтобы далеко не залазить и не умирать лишний раз. Так, кажется, вон вижу там что-то синенькое. Что-то синенькое, да, есть здесь водичка. Но также здесь есть и зомбаки, и прочая нечисть. Собственно, без них никуда. Куда мы без них? Короче, так, ладно. 7 дней. То есть, что значит хер с ней? С теми всеми зомбаками, скелетами и прочей кирдой. Ну их нафиг. Так. Собственно, так. Дом, 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 милый дом. Иди нафиг, зомбак. Кстати, теперь из них с какой-то небольшой вероятностью может выпасть голова зомбака, да? То есть голова моба какого-либо вообще может выпасть с небольшой очень вероятностью. Да ёбка красота, блин, меня сейчас убьют такими темпами. Ладно, так, все, идите. Идите в пень, вот, так вот, лучше скажу, а не то, что я хотел сказать. Так, 13 единиц я переплавил из 9, вот, то есть 2 единицы сейчас не переплавятся, нужна вторая доска, да. Ну да ладно, собственно, не важно. Вот так вот, и последний уголек, чтобы я мог забрать все. Ну и, собственно, на этом мы наверняка будем заканчивать. Точнее, наверное, будем заканчивать. Время этой серии подходит к концу. Поэтому я, пожалуй, встану вот сюда. Как обычно, сделаю вид от третьего лица. Чтобы вы видели мою морду такую, знаете. Почему-то у меня глаза друг друга смотрят. Мы скинем. Ну, не знаю, ладно, неважно, собственно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Фиксер. Если вам вдруг понравилось это видео, можете поставить лайк. Точнее, если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк.
если вам вообще понравилось, как я разговариваю и прочая хрень, просто подпишитесь на канал, и вы будете видеть новые ролики, которые я буду выпускать. Я постараюсь как можно чаще делать эти ролики, но, конечно, по мере возможности. Все-таки у меня время не резиновое, то есть у меня есть какие-то дела еще, кроме этого всего. Хотя всем насрать, я думаю, да, всем... Тут должен появиться чувак из Гриффинов и сказать: боже мой, да всем насрать на твои проблемы и прочую хрень, снимай летсплей, будь мужиком, да? Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока, с вами был Фиксер.